Всем здравствуйте. Идет охота у нас. Михаил в загоне. А мышей гоню. Туда. Там стрелки, я гоню мышей. Ай дайте. Третий загон у нас уже, наверное. Зверя нет. Ничего нет. Прямо не знаю. Чего, кого? Кого мы собрались охотить? Но кого-то собрались. Ветра почти сегодня тоже нету. Погодка такая хорошенькая. Стоит. Градусов, наверное, 8, около 10, наверное. Я думаю, не холоднее. Вот как-то вот так вот. Что будет? Интересно. Включусь, насколько будет батарейки хватать. Может быстро сесть. Вот так, вот так. Там вон сорока летает. Значит, весь зверь там. Нифига, вот он, весь зверь ушел. Ушел. Ну да ладно. Будет, я думаю, там еще зверь. Середина дня. А мы все гоняем. А зверя все нет. Вон у кого-то пометка была какая-то. Что тут козел лежит, наверное. Не сегодня. Оп! Оп! В общем, вот так вот. Иду. Зверя. А нет, видел несколько косуль в предыдущих загонах. Но пока у нас все безрезультатно. На номера зверь не бежит. Хей, оп! В общем, охотимся. Время, в общем, 9 утра. Вторая попытка охоты на косулю. Решил я сегодня ехать на вороне. На нем гонять интереснее, я думаю. Ну и поэффективней. Да, ворон? Как-то вот так вот, в общем. Сейчас запрягаюсь. И поехал. Сбор у нас 9 должен был быть. Я немного задерживаюсь. Как-то вот так. Солнце уже выше деревьев. Второй загон. На улице. Градусов 15 и ветерок. По ощущениям, борода у меня мерзнет. Особенно если скакать. А так в целом хорошо. Ворон довольный. Куничий след. Свежий. Он перешла. А, сильно кричать не буду. Будем веточки так ломать. Посвистывать. Может быть, соседний потом лес сразу прогнать. С другой стороны заехать. Как пойдет, в общем. Ну, вот так вот тут у нас охота идет. Остались считанные дни. Закрываем лицензию, пробуем уже второй раз. Сегодня у нас побольше. Как получится, не знаем. В прошлый раз на сторону выскакивали. Ну ладно. Шуму вот так вот по кустам, когда еду, много.
бы можно даже и не... по лицу-то как больно. Ну раз даже ничем и не стучать, и не брякать. Ну ладно, в общем. Но мы с вороном, похоже, молодцы. А может быть, ну мы-то все равно молодцы, мы кого-то куда-то выгнали. Прозвучало два, потом еще раз. Так что вот так вот. Так что вот так вот вот. Может быть, лисичка? Лисичка было бы хорошо. Мне лисичка больше нравится, чем косуля. Может быть, я их добываю, потому что меньше. Ну, в общем, закрылись мы. Вот заячий след. Товарищи по охоте поехали домой. Я решил зайчика попробовать протропить. Что получится, не знаю.